Здравствуйте, друзья. 2 часа дня, воскресенье, гудит маленький местечковый хайвейчик номер 1. И тут вот у дороги такая точка, где продают фрукты и овощи. Можно сказать, сладка продают. И мы с вами сейчас пойдем посмотрим. Ну вот тут пока что, ну да, тыковки. Тыковки у нас скоро Хэллоуин, не прямо завтра. Но тем не менее, значит, киви 7 на доллар, а артишоки тут вокруг растут, тут вокруг поля вообще, да? Вот на этих полях сейчас как раз артишоки вовсю. Да, идем. Идем, посмотрим. Мы любим это место, мы здесь частенько останавливаемся, когда мимо едем. Вот там, за холмиком, уже океан тихий. Тихий такой океанчик. Вот, а здесь, пожалуйста, торговля, поля. Канталупы, дыньки такие. 2 за 3 доллара или 1 за доллар 79. Вот так. Но они не органические. Если органические, то отдельно обычно говорят. Вот здесь не сказано, да. Так, с этой стороны ценника нет. Мы, может быть, с другой зайдем. Ага, вот, арбузы. Так, арбузы 7 долларов за арбуз. А вон те желтые дыньки были 2 за 3 доллара. Понял. Что у нас тут? Тут другие дыньки. Вот они называются. Honeydew. Да? Значит, 2 за 3 доллара дыньки. Господи. Да, тыковки такие. 2 за... Что там? 2 за доллар 50. Я, честно говоря, даже не знаю, их едят или так они чисто декоративные. Тут их много декоративных. Может, и едят. Даже не знаю. Так. Вот какие красавчики. А манго, друзья, манго точно едят. Вот одна манго 4 доллара, 3,99. Вещь 3,99 за штучку. Тут опять у нас, значит, эти тыковки 2 за доллар. 2 за доллар. Или 60 за штуку. Так. А тут тоже манго, но уже в пакетах. Странно как. Манго в пакете за доллар. Они портятся, что ли? Я не понял. Пакет манго за доллар. Да. Свежий гарлик, свежий чеснок из Гилроя. Гилрой — это здесь городок неподалеку. Столица чеснока, можно сказать. Там даже по хайвею едешь, пахнет чесноком. А почем, почем чеснок-то? 4 доллара за фунт. Там даже когда фестивали проводят, друзья, там есть мороженое чесночное. Да, но это все такая действительно праздничная суета. 2 за доллар 50, пожалуйста, вот они. Какие-то уродцы. То ли они специально таких выращивают, умеют, то ли это они так получаются, не специально. Хотели как лучше, а вышло вот таким образом. Я сказать не возьмусь. Но праздник есть праздник, народ. Особенно у кого дети, они увлеченно там украшают окружающее пространство. Кукуруза 5 на доллар. Но она не, небольшая такая, кукурузка небольшая. Вот, початки. Початки небольшие. Быстро варится. Вот я помню, что-то при большевиках так долго кукурузу надо было отваривать. А здесь очень быстро варится. Так, что у нас тут? Арбузы без семечек. 2 на 3 доллара. Хорошо звучит. 5 долларов мешок мешок апельсин. В мешке 10 фунтов. Ну, грубо говоря, 4,5 килограмма. Так. Сливы. Красные, доллар 50. Мандарины 2,99. Хорошие. Так, белые персики. Желтые персики, доллар 50. Вот это папайя, друзья. Вот это удалось. Да, папайя идет по 99 центов фунт. Сливы синие. Так. Какие красавцы персики. Это же надо, как оно... А, и пахнет свеженьким, изумительным. Нектарины.
как сказала правильно Светлана, это не обязательно органическое. Здесь кальраби. Искала кальраби, нашла? Нет. Это, Света, помидоры? Это помидоры. А что же они в мешке и почем мешок? Отойди-ка. Мешок, Света, за доллар. Слушай, я тебе хочу сказать, что совсем неплохо. Мешок помидор за доллар. А люди кушают? Люди кушают. А вот какая капустка-то, господи. Брюссельская. Капустка брюссельская. $4 за связку. Так. Помидоры. Вообще вот эти помидоры, они называют общее название, у них heirloom. Томаты. Вообще это очень дешево. $2 это очень дешево. Если бы они были органические, они продавались бы по пятерке. Даже неорганические тоже. Это очень-очень дешево. И надо сказать, что их очень много разновидностей, этих heirloom томатов, очень вкусные. И когда мы как-то показывали вам эти самые Black Russian, я их так шутя называл, африканские, русские, но... Или афро-русские. Но это все разновидности heirloom. Даже нормальной формы есть. Вот, да, да, они изумительного вкуса. Света, неужели мы не возьмем ящик клубники? Нет. Итак, друзья, вот они, манго, 2 за $6. Виноград 79 центов за фунт. И этот 79. Гранаты. Гранаты местные. 5 штук за $5. Грубо говоря, или $1.25 за штучку. Я, честно говоря, не ем гранаты, не знаю, там... Может, кто из вас увлекается? Так. Лимоны. 3 за доллар. Да. Это такие мандарины размером с апельсин. Так. Лаймы. 7 лаймов на доллар. Ну, действительно. 7 лаймов на доллар. Такие бананчики. Маленькие. Baby bananas называется. $2 за килограмм, за фунт. Яблоки Фуджи. Ну, тут у них все яблоки, тут 99 центов, эти вот Granny Smith 1.5, эти 1.5 и эти 1.5, а эти 99. Ну, хорошо. Так, движемся. Ананасы. $2 за штуку. Чесночок гилройский, $4 за фунт. Манго 3 за пятерку. Вот эти здоровенные орлы. Груши. Вот груши мне нравятся. Груши. $1.49. Очень симпатичные. Как я любил в детстве груши, друзья. Вы себе представить не можете. А сейчас уже, конечно, не то. Да. Когда идешь в магазин, и там ничего нету, то любишь гораздо больше, чем когда есть. Вот такая интересная особенность человеческого сознания. Такое ощущение, что здесь медок стоит. Ну-ка, давайте глянем на медок. Да. Вот они, местные медки. Почем медок-то? Ну-ка, смотрим, банка. Ой. Ну, вам, наверное, лучше видно. Я без очков тут. Так. Там еще внутри магазин, вы видите, там много всего такого. Но я вот смотрю только то, что на раскладках. Так. Красавцы, красавцы клубнички. $10 за коробочку. Очень здорово. Все, друзья, мы посмотрели, побаловались взглядом и пошли дальше. Давайте напоследок покажем вам страшненьких тыквочек, которые к празднику Хэллоуин самое оно –